50 молодых хоккеистов приехали в Сочи из разных регионов страны. Все прибыли, как выражаются тренеры, в разной кондиции. Поэтому две недели спортсменам давали и кардионагрузку, и комплекс по общей физической подготовке, и, конечно, смотрели, на что ребята способны на льду. Участников разделили на две команды. Накануне игроки прошли тестирование и сдали нормативы. Совсем скоро пройдут два выставочных матча. На них приглашены представители молодежной хоккейной лиги. Все хотят, конечно, пробиться, попасть в какой-то клуб, чтобы их заметили. Но для того и создана эта программа, потому что это реально шанс для кого-то, для всех нас. На льду пытаемся сыграться, чтобы была лучше химия и, в принципе, готовиться к официальным играм, чтобы выступить достойно и нас заметили скауты НХЛ. Также на отчетных матчах будут присутствовать специалисты студенческой хоккейной лиги. У каждого спортсмена есть шанс проявить себя и подписать профессиональный контракт с хоккейным клубом. Ребята, вот некоторые мы уже просто видим, кто и что. Но я думаю, что еще через недельку человек 10-15 могут претендовать прям конкретно уже на места где-то в каких-то командах. Также в программе подготовки у ребят семинары и лекции по работе самой хоккейной индустрии. Те участники, которые не попадут в профессиональные клубы, смогут продолжить обучение и работу в различных отраслях спортивного менеджмента. Галина Моисеева, телекомпания ИКТ.